празднованию 514-летия города Чашники районные службы, организации, предприятия, жители райцентра наводили порядок, благоустраивали территории. Так, в микрорайоне дома номер 10 по переулку Ленинскому для удобства людей установили урны, скамейки, заасфальтировали дорожки. Как радовалась детвора тому, что здесь установили качели-карусели. Вот только радоваться ребятишкам пришлось недолго. Уже на второй день после того, как карусели установили, их сломали. Возмущению проживающих рядом предела не было. Представить можно и разочарование детей, определенно облюбовавших данный участок сразу же. Кто такое бесчинство мог учинить? И зачем? Быстрее всего только тот, кто руки не приложил для того, чтобы убрать придомовую территорию, покрасить ограждение, посадить дерево. Что руководило действиями человека? Думал ли он о том, как это воспримут окружающие? Что это? Вседозволенность? Неуважение к окружающим и, видимо, к себе? А что, если сломанные карусели – дело рук несовершеннолетних? В таком случае налицо недостаток воспитания. И дома, и в учреждениях образования, за что мы, взрослые, ответственные.